Доброго дня. Сейчас будет громко. И мы возвращаемся к каркасу лестницы. Он никуда не делся, он сам не обшился. Покрасили, все высохло, сварка тоже схватилась. Наляпал, да, не шов, помню. Не хватает одной стойки, тоже писали. Ну и что с ней? Останется лишний металл железа. Мы что-нибудь придумаем. Что здесь будет в будущем? Стеллаж, он будет, скорее всего, железный, поэтому часть нагрузки возьмет стеллаж. Но это не точно, мы к этому еще вернемся. В общем, буду изготавливать то, что никогда не делал, первый раз, по рисункам, по картинкам, как-то в уме. Поэтому поэтапно все будет, здесь будет здорово. Первый этап, начнем сверлить, мерить, дальше посмотрим, что получается. В общем, просверливаю эту конструкцию, потом будем мерить и уже сверлить дальше. Самое простенькое мы сделали, да, просверлили, на ночь глядя, пошуметь конкретно перед сном. Просверлил, отверстие сначала маленькое было, отверстие шестеркой, потом уже М14. Ну, потому что с того года остались шпильки М14, и это тот случай, когда то, что оставил 2 года назад, пригодилось. У меня их 3 штуки, они двухметровые, тут нужно порезать 24 сантиметра, 11 штук, поэтому 2 шпильки хватит вполне. Почему 24, как посчитал? Доска 20, углубляться буду на 17 сантиметров, то есть 3 сантиметра за запас. 17 плюс 3 сантиметра сам профиль, я думаю, что он выдержит нашу конструкцию. 3 плюс 17 – 20, плюс будет шайба, плюс будет гайка. Ну и запас, чтобы потом лишнее было срезать, чтобы там не улавливать миллиметры, сделаю 24, 23-24, то есть как там по шпильке будет кратно. 24, 11 штук и все. И нужно будет подготовить, получается, в целях экономии я купил доску 2,20. Почему 2,20? Ну, потому что экономия была за доску 500 рублей. А какой был план? Какая была тактика? Берем 2,20, делаем 1,30 сюда, одна доска, вторая тоже 1,30 сюда. И остаются куски по 90, это сюда. А чем буду соединять? Соединять буду специальными углами. Естественно, можно было стыковать 2 бруска, один так, просто сделать загиб и все. Но это так не модно. Кстати, модель, которую я сейчас буду делать,
В интернете ни одного чертежа, ничего похожего я не нашел, к сожалению. Так что я буду, наверное, ну не первый, но первый, кто будет так мучиться, потому что этого нигде нет. Единственное, готовые углы где есть, не в нашей стране. Ну, бывает. Ну, в общем, нарезаем шпильку, делаю заготовку. Ну, а дальше уже зову на помощь, потому что дальше один здесь не справлюсь. За работу, поехали. Готово. Ну вот так всегда, когда пытаешься поснимать, кто-то что-то готовит. И самое ответственное сделали, вроде бы как, практически по центру, плюс-минус. Теперь нужно углубиться. Углубляться буду, естественно, уже сверлом по дереву. И нужно, чтобы потом шпилька залезла в эту деревяшку. Вроде со свистом проходит. Ну, вроде бы как. Ну и потом покажу, что будем делать дальше. Сейчас самое сложное придумать, как это все просверлить. Потому что доску просто взять и положить. Один будет держать, второй будет сверлить. Ну, сами понимаете, что он просто ее не удержит. И, возможно, перо вылезет где-нибудь по центру. К тому же, кое-где вот, ну, в одном месте съехало. Но потому что тут в пользу горизонта, чтобы был ровный. Я просто когда буду сверлить, немножко направлю в другую сторону. Шпилька тоже не идеально ровная, она там будет болтаться, мы ее сделаем нормально. К тому же то, что будет внутри, никто не увидит. К тому же это у нас получается внутренняя часть. Тут еще можно будет подшаманить. В общем, пока вариантов нету. Станка нету, как вы понимаете. Еще Леха, зачем тебе мастерская? Это же рукожоп. Хочу мастерскую. Буквально тиски вот в таких моментах просто выручают. Ну а что можно сделать у меня в зале? На кресло положить, не знаю, чем подпереть. Ну, просто я знаю себя и супругу, если она будет сверлить, ее намотает на шуруповерт. Если я буду сверлить, она не удержится. Поэтому, ну не знаю, пока сейчас подумаю, какие варианты есть. Поэтому выкручиваться буду по-колхозному. Чтобы не говорили, ну, станка нету. Инструкции нету, идей нету. Пойду выдумывать.
Ну вот как-то так смотрится черновой вариант. Пока вообще непонятно, что это такое. Но уже смотрится. Так, ну и теперь самый сложный этап, это вот именно углы. Конечно, их можно просто было продлить, сделать дополнение и их сточить, и все, и в принципе нормально. Но я хотел вариант сделать из такой же доски. Вон она получается, нарезать много дугообразных элементов, их склеить между собой и потом сюда вставить, стыковать с этой. Но вот только что нашел еще один вариант. Это сделать типа, по-моему, тетрайдер называется фигура. В общем, делаем лепестки здесь, здесь и вставляем. Получается такой. А углы уже закруглю с помощью шлифмашинки. И получится, ну, практически угол, но он будет, получается, если сейчас четырехугольник, то будет восьмиугольник. Но он будет типа аккуратненький. Ну и тут еще одна маленькая формальность. Это нужно, то, что по уровню это хорошо. Нужно, чтобы от центра у них было одинаково. То есть, допустим, если стыкуются они где-то вот в одной точке, сейчас этим буду заниматься, то с каждой стороны должно быть по 3-2 сантиметра, допустим. Ну вот, например, вот внизу понятно, что здесь, допустим, 3 сантиметра, а тут сантиметр. И оно будет отличаться от верхней детали. Поэтому сейчас буду это все подравнивать, отмерять, вырезать. А, наживил шпильки, это чтобы понять, сейчас подписать, как это все должно выглядеть. Потому что когда я это все соберу, стыкую. И скорее всего собираюсь стыковывать я буду уже на готовую стенку. Потому что если все это, допустим, склею, соберу, пошлифую, то при креплении, при закручивании это может все сломаться. А это будет очень плохо. Столько работы на смарку. То есть по-хорошему такую конструкцию нужно было делать на отдельный металлический каркас. И потом этот каркас вешать. Ну, это мне сейчас на будущее. Поэтому сейчас я заготовлю все, подготовлю, продумаю. Потом, наверное, все-таки эту стенку соберу. Потрачу кучу бабла, как говорится. Ну, придется, да. Это, ну, дорогое удовольствие. Но одну стенку соберу на чистовую. И потом уже сможем сделать полку. Потому что полку придется потом собирать, клеить, шлифовать. Потом покрывать пропиткой, лаком, и потом будет конфетка. Ну, а к этому моменту, может, уже и весна наступит, и мы отсюда потихоньку уйдем на улицу, бросим все как есть. А что буду делать дальше? Дальше я просто сейчас в том плане, что я переживаю за шлифовку, что все это, если вверху покрою лаком, все эти пылинки сядут. Но, как бы-то в интернете почитал, что, в принципе, одеяло и клеенка спасут. К тому же мамуха с пылесосом, то есть будем делать все максимально аккуратно, поэтому переживать не буду. Поэтому выпиливаем, замеряем, размечаем. Что получилось, естественно, покажу попозже.
Ну, не сразу дошло, как собрать. Сначала отпилил, что-то не подумал, как отпилил. Потом стал мерить, благо жена помогла, в общем, собрали. Вот такая заготовка, это черновой грубый вариант. Вот так будет выглядеть, мне, в принципе, он уже нравится. То есть, будет восьмиугольничек такой. В плане можно поставить ведро, сделать здесь аккуратный такой загиб, но здесь будет потолще, чем внутри. Потому что внутри у меня нет таких станков, чтобы как-то просверлить, чтобы прям было, ну, как в сказке. Единственное, нужно будет попортить вот таких вот три штуки. Можно из них нарисовать вот такие дуги, потом их склеить все идеально и потом подгонять. Но у меня ни станков, ни пресса, ни этих струбцин, ничего нету, поэтому этот вариант для меня самый оптимальный. Смотрится он неплохо, смотрится живенько, швы потом обработаются. Это пока черновой вариант. Посмотреть вообще, как стоит ли так делать, нет. В общем, стоит. Да, заморочено. Еще раз говорю, что самый простенький вариант это сделать вот так. Вот так, две доски. И одну из досок просто у нас закруглить. Я, в принципе, такое видел, такое часто делают. Но хочу немножко что-нибудь, какую-нибудь изюминку. Клей есть, опилки есть. В общем, сейчас делаю заготовки по 45 градусов и заливаю в шпильки клей. Но дальше будет видно. Ну, готово, все. Подпилил по 45 градусов. Ну и утопил шпильки в клею. Специально порезал опилок. А это сделано того, что как бы закручивать, шпилька будет идти на разрыв. Там опилки внутри отверстия прилипнут к стенкам. И получится такая типа некая шершавость. И шпильку уже будет сложно вытащить. Она и так в притирку. А благодаря опилкам, которые если приклеиваются там внутри, немножко подольше, потому что глубина большая, возможно, будет 2 суток сохнуть. То, я думаю, вытащить будет невозможно. Так, я буду затягивать на болт, на шайбу, я буду тянуть эту шпильку туда. Поэтому думаю, что на отрыв нужно, чтобы, ну, выдержало. Если не получится, то будет план Б. Это вот здесь я просверлю отверстие. Туда ввинчу насквозь сверлом железом по металлу, спрячу его. И зашпаклю и замажу также. То есть там получается будет Т-образный перекресток, и тогда уже, ну, точно вывернуть будет нельзя. Но это крайняя мера. Пока пусть так настаивается, будет стоять. Ну а я потом уже буду продолжать пока следующий монтаж. Пока все настаивается, нужно будет зашивать на чистовую вот эту часть. Черновая будет с той стороны.
Как это буду делать, пока не знаю, но скорее всего самая простенькая USB и ламинат, как я уже говорил. Или не говорил, но в общем не важно. Завтра планирую съездить на рынок, посмотреть, что там по ламинату, и все-таки эту стенку без чистого покрытия никак завершить нельзя, иначе тут все встанет у меня. Здесь, спасибо за подсказку, будет скорее всего гипсокартон. Тут пока не знаю, потому что даже будет два гипсокартона, это лестница каркасная. Тут угол, мне кажется, будет трещать. Тут сон делать декорацию. Но это, я думаю, мы обыграем, потому что здесь будет стык, похож на потолочный. Поэтому что-нибудь интересненькое, эффектненькое я все-таки придумаю. На этом все. Всем добра. Я ушел.